Сегодня в Краснодаре отмечают День секретаря. С вами я, Настя Космос, расскажу о погоде в предстоящие выходные. И если верить метеорологам, то осень временно покинет Краснодар, и в краевой столице установится летняя погода. В пятницу после обеда обещают 30-градусную жару, но краснодарцам придется спасаться от сильного ветра, иногда с порывами до 17 метров в секунду. В субботу ветер заметно стихнет, а вот градусники покажут 32 градуса. И в этот день весь мир будет праздновать День чистоты. А вот власти Краснодара предложили всем выйти на улицы города на субботник, убрать мусор ко дню города. А вот в это воскресенье будет настоящая жара, где столбик термометра поднимется аж до отметки 36 градусов. А вот согласно календарю праздников, этот день просто пестрит добрыми поводами, где нужно предаться любви. В воскресенье отмечают День первой любви, День кубанской семьи, а вот девушки могут праздновать День женской дружбы. А с вами уже традиционно была я, Настя Космос. Береги себя и своих близких.